Так, ребят, всем привет. Сегодня у нас Elden Ring. Давненько мы не играли. Надо вспомнить, что у нас тут есть, какие задачи. Так, надо апнуть левел. Сейчас используем все руны, которые у нас тут накопились за время игры. Посмотрим, что мы сможем распределить. Ну и пойдем дальше погружаться в этот прекрасный мир. Так, у меня есть руна жителя окраин. Хотел посмотреть, сколько дают за четвертую. Но не пишет. Ну, оно должно как бы писать, но я должен сразу выходить с меню. Но я думаю, где-то около 2500, потому что ее торговцу можно продать за 1600. Так, хорошо. Это мы сделали. Так, у меня 18 тысяч есть. Давайте посмотрим, что мы сможем вкачать за 18 тысяч. Так, и что нам надо? Последний раз, когда я изучал это все дело, если я не ошибаюсь, то характеристика ловкости необходима для владения особым оружием, также повышает урон оружия, зависящего от ловкости, снижает время сотворения чар и молитв. Вот, чтобы быстрее кастовать, надо бы вкачать ловкость. Вот, это я то, что запомнил, и, как видите, я не ошибся. Но мы можем только два раза вкинуть, и все. Чем дальше, тем, ну, реально намного-намного дороже все встает. И я не знаю, сколько нужно будет в дальнейшем, чтобы выкачать нормально характеристики, так как я же вообще немного вкинул. А вот у меня жизненная сила только 10, и мне бы хотелось бы больше хп, но денег-то не хватает. Хотя вроде как и 18 тысяч это, блин, много. Их нужно еще накопить. У меня много осталось, у меня 5000 осталось, это плохо. Но у меня там вроде и продавать больше нечего, но и бы на что-то потратить. Я бы вот мечевидных ключей купил, но их нет. Но я знаю, где есть торговец, у которого можно купить. Поэтому, может быть, мы сейчас к торговцу сходим, посмотрим, прикупим у него этих мечевидных ключей. Потому что идти куда-то с... Так, да, нам река, второй уровень надо. Идти куда-то с таким количеством рун и где-то их просто всрать, ну, вообще бы не хотелось. И я хочу сегодня вот на реке Сиофра остановиться. В комментариях ребятам писали, что чтобы оживить вот этого оленя, нужно зажечь все костры. Когда я зажгу все костры, он воскреснет, и тогда мы сможем с ним драться. Это круто. Вот первый костер уже есть. Сейчас мы тогда все костры, видите, я тут зажег, и там он зажегся. Кстати говоря, вот ролик по поводу рогатого вот этого босса, он набрал больше всего пока что просмотров. За что вам большое спасибо. И это помогает ориентироваться в том, что же вам интересно. Так, ну мы сейчас быстро сюда пройдем тогда. Вот я вижу второй костер. Сейчас мы его зажжем. Там вон вижу третий костер. Стоп, ошибочка. А чё нет? Тогда то тоже не мой костер получается. Получается, да. Потому что какой там кончик? Так, здесь заокругленные, а там получается он не круглый. Все, я понял, что мне надо. Так, надо подсобирать. Хорошо. Тихо, там тоже ресурс был. Забрал, пошли. Вон тогда второй, по идее, если я правильно понял. Вот сейчас мы второй подожжем. Так, у нас тут проблема. Да за что? Супер снайперы. Самые сильные воины, которых я встречал. Ага. Ну, давай. Я с тобой фаерами новыми не сражался. Давай попробуем. Тебе по-любому понравится. Тут второй есть! Второй есть! Атас, атас, атас. Но он нормально, он быстро умирает-то. Если бы не второй, то вообще бы четенько было. Ты умер, все, хорошо. Так, а что у меня по фляжкам? У меня фул фляжки, надо использовать. Все равно сейчас этого убью. Он может его захватить или нет?
Или он будет ждать, пока нас убьют? Ну, по-моему, изи. Мы вот прокачались, сейчас вообще по нему дамаг идет очень хороший. Если бы они еще не убегали, они просто теперь будут от меня убегать. А я могу на них нормально фармиться, слушай. Интересно, с них падает какой-то лут, или они как призраки... Не добросил, да? Да, не добросил, но заагрил. Они, наверное, как призраки, у них нету никакого лута. Так, у меня мана кончилась, погоди. Сейчас, одну секунду. Кстати, не восстанавливают фляги? Почему? За них же должны фляги восстанавливать. Стреляй. Ему пофиг, да? Меня не видно, но он будет все равно стрелять. Молодец. Человек просто играет на характере. Так, а вот и фляги подлетели. Хорошо, что у нас тут? Позолоченная птичья лапка. Хорошо, спасибо. Так, тот костер я зажег, все окей. Ну, получается, в принципе, я могу от них теперь не убегать. Я после улучшений могу с ними спокойно сражаться. А вот этих духов по ним все-таки попасть нельзя. Жаль. Можно было бы и на них попробовать пофармиться. Так, у меня колокольчик есть. У меня есть несколько видов праха. Тоже можно будет их использовать. Я не знаю, больно как. Больно как. Как же ж больно. 5900 мои упали. Вот это больно. Так, ладно, сейчас заберем. Сразу до прибоя туда. Вот если бы их можно было сбивать, это было бы великолепно. Так, получается, слишком читерная хрень. Вот эти шары. Они-то, получается, одноразовые. Но одноразовые в том случае, если ты не умираешь. А так как я постоянно умираю, то они постоянно и восстанавливаются. Что явно не играет мне на руку. Ну, пособираем хотя бы здесь ресурсы. Фух. Так, проскочить, забрать, а потом уже пытаться играть дальше. Потому что умирать сейчас, это вот вообще б не хотелось. Какая у них дальность реагирования вообще? Это как-то обозначается? Угу. Сорян. Ага, он еще и не исчез. А, нет, исчез. Хорошо. Я думал, он не исчезнет. Думаю, ни хрена себе чит. Так, ну он исчез, все хорошо. Так, пошли наверх. У нас тут есть торговец. Скритопульный такой максимально. Так, поэтому... Я хочу его убить. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Хорошо. Умирать-то я не хочу, правильно? Мы-то фляги забрали, но все же. Да неужели с него лут упал? А, тонкие звериные кости, серьезно? Супер лут. Довольно неприятный противник с довольно легким лутом. Что это за звук? Ага, там еще один. Звук какой-то такой странный. Звук подливки. Так, привет. Ага, с тобой уже кто-то сражается, я понял. Очень мало там места, неудобно играть. Я бы вообще такой, чтобы он за мной сюда спустился. Здесь будет... О, вообще хорош, красавчик. Лучший. Просто лучший. Ты умираешь? Хорошо. Лут. Будет лут. Дай мне какой-то дорогой лут. Тонкие кости. Да у него не могут быть тонкие кости. Вы его видели. И вообще, как у него могут быть кости, если он призрак? Так, хорошо, пошли наверх. Много вопросов. Так, сколько мы зажгли? 2 или 3, да? Вон еще один вижу. Кстати, с этой башенки можно осмотреться. Тот я зажег. Их я убивал, но меня убили. Так, вот еще один. 1, 2, 3, 4. Хорошо.
Эй, вот что это за звук был. Крабик. Внизу крабик. Крабик. Я могу по тебе попасть? О, так это вообще изи фарм. Крабик, ты сюда точно не залезешь? Крабик заимбовал. Стой только. Это же халявные руны. Все. Хорошо. Сколько за него дают? 529. Кайф. Вот это хорошо. Радует, что я выбрал мага все-таки. Великолепный персонаж. Пару раз, конечно, мы облажались с выбором молитв. Ну ничего, надо же все изучать, правильно говоря. Кстати, ребят, пишите, что бы вы хотели еще видеть. Куда там сходить, где я еще не был. Это все очень важно. Какого босса убить? Покупатель? Да, я твой покупатель. Нет, стоп. Вообще, кстати, его бы надо тут убить. Так, нет, стоп. Его надо тут убить, вот мечевидные, которые я говорил, которые мне нужны. Убьем его здесь, отнесем туда, и не нужно будет сюда постоянно бегать. Шотель, что это такое? Изогнутый рубящий меч. Ну, выглядит странно. Но, наверное, овер легкий. Да, тут нужно аж 19 ловкости. Так, я пришел за мечевидными, и я хочу их купить. Так, у нас тут есть еще справочник кочевника на новые рецепты 17 уровня. Охренеть. И справочник воина-кочевника, 18 уровень. Ну, воин-кочевник стоит аж 6 тысяч, а кочевника воина стоит 17. А, так это и то одинаково. Ладно, окей. Зачем здесь мыло? Тоже я пока не понял. Возможно, как какое-то противоядие тоже используется. Хорошо, так, мечевидные мы купили. Есть несколько мест, куда бы стоило сходить. Так, что у нас тут? Это он по мне? Ни хрена себе у него дальность. Офигеть. Как он меня... Я даже по нему не заагрился. А долетит? Не долетит. О, долетело. Нормально. Но он меня тогда никак не заденет. Я отсюда не должен достать. Я упал! А вот это плохо. Не планировал, если честно. Ну да ладно. Так, здесь только они, да? Хорошо, давай мы их сейчас убьем. Чтобы они меня не травили. У меня никакого желания на это нету. Так. Мелкие убиваем. Потом займемся большим цветком. Главное, чтобы у меня маны хватило и все. Их... Еще немаловажный момент, чтобы у меня долетало все. Так, понял, что он делает, понял, хорошо. Пока он это будет делать, я его могу убивать. Яда-то нет. Хорошо, яд пошел. А он горит прекраснейшим образом просто. Цветочек не любит огня, я понял. Ну, сорян. У меня только такое. Получает. Смотри, как он полыхает. Просто супер. В очередной раз убеждаюсь, насколько мы не ошиблись. Яд будет, да? Яд. Он умер? Все? Все? Серьезно? Не умер. Тихо, хорошо. Ну, у меня фляг должно хватить. Это была последняя, но по идее он как раз умирает. Все. Мне главное, что он яд не пускает, а вот эти... Лучи из неба, они не столь страшны, если честно. Все, он умер, смотри. А вот и яд пошел. Не, я даже яд сбиваю. Что? Обалдеть. Я даже могу яд сбить. Это круто. Так, кузнечий камень, хорошо. Мне кузнечих камней вот прям вообще не хватает. Я хочу пальцы прокачать, но у меня просто не хватает... кузнечих камней. Так, здесь вот эти мерзкие хрени. Она меня уже атакует. Боже, как их здесь много. Я понял. Так, я где-то здесь видел
два камня, которых мне надо зажечь. Так, а что у тебя тут? О, больно, больно могло бы быть, но не в этот раз. О, в этот раз, смотри, в этот, еще как в этот. Говорю, не в этот раз, да не, это ты так думаешь. Хорошо, так, лут с крабика, да? Да, хорошо. Так, третий камень, зажигаем. Ну, конечно, конечно, стража. О, их тут много, слушай. Эх, мне бы маны, я бы вам показал, как надо драться. Так. Зажигай, зажигай. Убегай, убегай. Мы уже бежим. А чё, лучников нету? А лучников-то нету, походу, да? Сейчас, если стрела не прилетит, значит нету. Значит, хорошо. Так, мне сюда. Здрасте. Хорошо, зажгли. Так, и еще. Ну, ну да, конечно. Скоротаем время. Потому что у меня там и баночек нету, и хпшечек нету. Хоп. Все, да, все порядок, восстановилось. Или нет? Да, все окей. Супер. Пошли зажжем еще один. Блин, а тут-то молнии, у нас тут другая проблема. Ой, попал. Больно. Как он попадает, я не понимаю. Хе-хе. А ты не попал. Слабенький. Зажжем. Так, 4 есть. Где найти остальные? Немаловажный вопрос. Да умри. Ой. Салага. Ладно, заберем. Так, а мне надо с ними драться или не обязательно? Я думаю, не обязательно, пока они на меня не агрятся. Потому что мы так явно... Ай, ну фляжку использовал. Ладно. Пока я тут рядышком, надо использовать костер. Хорошо. Мало ли, куда мы там уйдем. Так, что у меня... Коня мне, пожалуйста. Хорошо. Ну, 1400 потерять, это не так обидно. Так, ищем дальше. Что это было? Там трупик валяется, может, камни есть. А интересно, если я одного загрю на себя, все пойдут на меня? Они же как бы вместе, наверное, или нет? Наверное, нет. Нормально. Ну так мы сейчас таких по одному и убьем. Хорошо. Это хорошо. Минус пост. Так, руна жителя окраин. Пригодится. Хорошая вещь. Че уж там. Слишком близко стал. Он быстро ко мне дойдет. Ишь. Говорю же, близко стал. Ну, он умрет сейчас все равно, так что нормально. Мне не нравится, что за них не восполняют фляги. Вот это мне вот просто вообще не нравится. Если я убиваю, отдавайте фляги. Я же молодец. Но на него я не буду тратить фаер. Так, вот у нас скоробейчик. Иди к папочке. Какой важный момент. Что мне он даст? Может, новые заклинания? Давай, иди сюда. Ну, куда ты уходишь? Ты что, дура? Ты сейчас загришь тут на меня все. Так, хорошо. А пепел войны расплата. Ну, это на меч, я так понимаю, да? Ну, на меч нам не особо подходит. Так, а что у нас тут? Все? Стража кончилась, костров нету. Так, вижу портал. Но портал... Это какой портал? Это тот, что меня сюда тпшнет? Или это новый портал? Не знаю. Сейчас посмотрим, нету ли здесь костров. Если нету, можно будет попробовать. Не, ну, ребят, ну не прекрасен ли мир? Я просто не представляю, насколько это большая игра.
Нам ее хватит на год вперед. Я вот пишу-пишу ролики, а по сути мы с места-то никуда и не сдвигаемся. Вот река Сиофра это какой, третий или четвертый? Так, а здесь их двое. Это будет посложнее. Третий или четвертый видос подряд. И все так же интересно, все так же охрененно круто. Я надеюсь, вы в восторге, вам точно так же нравится. Умрите все сразу. А, отлично. Хорошо, того зацепило, боже, какой кайф. Не, а вот со стрелами мы не играем. Не-не-не, братан, сорян, но стрелы вообще не в счет. Вот я тебе говорю, нет. Все. Я же сказал сразу. Нет. Никаких стрел. Лучше бы лут какой. О, крыса живая. Да ну нахер. Ты чё выжила? Дурная, что ли? Охренеть. Ну хоть... Блин, в чем логика? За крысу мне восстанавливают. Кстати, вот костер они охреняли. Еще скоробей где-то. А значит, за эти, когда я убиваю, мне ничего не дают. Справедливо, просто максимально. Ну, хоть за что-то восстановили, на том спасибо, ладно. Что там? Хорошо. Травушка-муравушка, это все идет торговцу. Слышу где-то здесь скоробея, но не вижу пока что. Страшно все так страшно. Ядрен батон, вот это я всрался, отвечаю. Вот это я всрался. Охренеть. Откуда во? Где-то оттуда во. Понял. Ну ладно, на коне. Ага, вон он, я увидел его. Тихо. Что-то я там застрял. Я вот увидел костер, просто еще один. Иди нахер. Хорошо, чит место. Давай, иди сюда, слушай. Потому что мне там драться невыгодно. А вы сюда спрыгиваете или нет? Да, спрыгнул. Смотри, какие. Ни хрена себе вы дерзкие. Ни хрена себе вы дерзкие. Спринтер уже не тот. Меня вот это мелкое напрягает. Уже не будет. Ого. Погоди. У меня где-то фляжка была. Сенсей спринтер. Супер ниндзя черепашки. Умираешь. Ну почти, ладно. Ну хоть не цапнула, и то хорошо. Что за нее? Что за нее? Что за нее? Аж ничего, да? Руна жителя края нормально, второго уровня. Пойдет. Так, я придумал. Сейчас мы загрем на себя двух злых дяденек. Они за мной пойдут вниз. Внизу по мне снайпер не попадет. И это будет великолепно. Зато он, сука, здесь попадает, ты понимаешь? У меня хоть хил есть какой-то? Есть, не тот, который я хотел бы использовать, но пойдет. Но пойдет. Еще одно мое небольшое преимущество перед этими идиотами. Но иначе было бы нечестно. Я вообще не понимаю, как их можно убивать. Больно. Умираю. Умираю, умираю, умираю.
Умри, ты, пожалуйста, умри. Я не хочу все заново это делать. Чё ж так тяжко? Мне никто не хочет восстановить хотя бы одну флягу. Еще и крысы эти. Давай, еще и промажь фаером. Просто лучший. Ну за них хоть дадут одну фляжку? Не, ни хрена не дадут, все, я понял. Можешь смириться с тем, что если сейчас ты не убиваешь, то тебе приходится делать все заново. Ну либо же на характере просто со скоростью света и с лютой удачей ты бежишь сюда, а потом ты уходишь. Но он-то на меня загрелся, да? Он спустится сюда, по идее. Да, он уже идет. Welcome to my home. Я рад, что ты пришел. Хоть какая-то будет польза. Ни хрена себе. Вот это раш, вот это настрой, я понимаю, да. Угу, спасибо. Иди к своему снайперу. Отдыхай. Че, мне фляжку даже дали? Ах, ни хрена себе. Да ты что, даже две фляжки дали там и там. Спасибо, спасибо. Так, итого у нас 6 костров, если я не ошибаюсь. Но у меня просто нету понимания, как я должен убивать этих снайперов. Ну, то есть, все зачистить, чтобы к ним подойти. Но мне же, он, смотри, он уже у меня целится. Видишь, полетело. Я бы смог подойти к нему, если бы здесь не было других. Но здесь же есть и другие, правильно? Соответственно, это большая проблема. О, крысы пошли. Хорошо. Ну ты же не видел меня даже, ты же не шел на меня, ну какого хрена? Давай, умри от крысы, это будет просто сногсшибательно. Ха, ты прикинь, умер от крысы. Я не вижу просто остальных костров. Значит, они где-то не в этой стороне. Но мне нужно будет прийти все равно туда. Вот сейчас, чтобы забрать свои души. Просто тогда бежим на характере. Забираем души. И... Кстати говоря, что это такое? Хорошо. Камень. О, кстати, кузнечий камень номер 2. Мне, по-моему, как раз его и не хватало, чтобы прокачать пальцы. Супер. Сейчас на характере бегу. Забираю души. Просто ради этого. Здесь у меня все уже сделано, все активировано. Души я вон уже свои вижу. Снайпер меня тоже уже по-любому видит. Сейчас, может, даже попадет. Нет, не попадет. Хорошо. Забираю свои души. Ухожу. Снайпер целит меня. Сейчас он по мне попадет по-любому. Где он? Сука. Иди сюда. Я его отсюда смогу задеть? Или нет? Я не вижу его. Я нашел здесь благодатюшку. Это просто охрененно. Но я готов убить вижу. Это он, да? Или нет? Слышь, это ты? Да, это он. Сядь, 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 мамочки. Хорошо. Че, смогу на характере? Вопрос один. У него есть стража или нет? Потому что если у него нету стража, то почему нет? Сука, попал. Все, я понял. Это была плохая идея. Прячься, прячься, уходим. Уходим.
Ему просто похер на все, вы понимаете? Ему просто похер на все. Ты подходи, не подходи. У него миллиард стражников, которые с удовольствием тебя убьют. Но это жесть. Это как можно играть против него? Он меня хоть видит, хоть не видит, он все равно меня агрит и все равно меня убивает. Сволочь такая. А души где я потерял? Чё так далеко? Ещё и фляжку использовал случайно. Пекинская жопа, это ты по мне стрелял там, да? Ну чё, так не такой крутой получается. Ну так смотри, он не такой крутой, обычный, как и все они. Пока вот не стреляет, изи, смотри, он такой же. Я думал, это какие-то мини-боссы их или что-то в этом духе. Но нет, он точно такой же. Ты ему просто лук забивай и все. И он тебе больше нифига не сделает. Ну и ты умер, и все. Приятно. Вот я из-за тебя 521 раз умер уже. Скотыняка такая. Ладно, пошли. С этим разобрались. Так, а здесь мы, по-моему, были. Нам здесь либо чего-то не хватало. Так, амулет из просветляющегося рога. Что за амулет? Стопэ. Снаряжение. Амулеты. Что он дает? Справочка. Так, а что это? Это какой-то не тот вид. Как здесь вид изменить? Ладно, справка. Что? Я-то его использовал, а пояснение. Вот. Повышает концентрацию. Ну так, слушай, концентрация мне как колдуну это то, что надо. Хорошо. Допустим. Так, что у нас здесь? Впереди поверхность, но впереди предмет отсутствует. Так, ну то, что я вам и говорил, здесь вот мы в прошлый раз пришли сюда, но у нас не было мечевидного ключа. Мы же его купили. Давайте и применим. Так, один и второй. Целых два. Хорошо, допустим. Так. Это должно работать как-то, да? Или нет? Ага, все, работает, хорошо. Поехали. Возможно, наверху... Ну, я так понимаю, это не выход же из локации, правильно? Это новый уровень реки Сиофра. И, возможно, наверху оставшиеся два костра, которых мы не зажгли. Либо же они все-таки все в этой локации, и я просто их пропустил, где-то надо в другую сторону пройти посмотреть. Учитывая то, что с минотаврами я могу сражаться, главное сразу же убивать этих лучников, тогда вообще никакой проблемы не будет, то можно спокойно полностью всю локацию защищать, лишь бы хватало фляг. То есть одна проблема. Так, да, глубокие воды... Блин, испугался. Глубокие воды реки Сиофра. Отлично. Просто великолепно. Да, хорошо, фляги восстановлены, все окей, сейчас мы отдохнем. Единственное, что вот, наверное, надо быстренько просто пробежаться, есть ли здесь камни, ну, костры. Если костров нету, то, ну, мне здесь нечего делать, мы уходим, заканчиваем все в нижнем ярусе. Кстати, а что-то здесь этих врагов нету? Все, да, все окей. Это я заберу. О, привет. Не, ну с медведем я драться не буду. С медведем у меня не увенчались успехи, пошли в другую сторону. Мы пробовали драться с медведем. А, не с вот таким вот мертвым медведем, а с обычным медведем. Но я вам скажу, приятного мало. Но я думаю, кто смотрел, тот, ну, кто смотрел все ролики, тот помнит. Хорошо, там вот мерцают страшные огни. Пошли посмотрим. А, это эти червячки. Это мы знаем, они добрые. Кроме вот этих бомб. Бомбы не добрые. А червячки добрые.
Вы же меня не убьете? Вот эти изи просто. Хорошо. Фармим руны. Просто изи руны. Немного, конечно, но ни за что. Блин. Новый лучник. У нас тут новый лучник. Ядрен батон. Охренеть. И это не босс? Как он называется? Как его зовут? Он очень крут. Я думаю, я не смогу его пробежать. Лови файр. Чувак, как тебя зовут? Там даже нету где укрыться. Почему у него нету имени? А, я понял, их здесь миллиард просто. Окей, все, можно возвращаться. Их просто здесь миллиард. Как он называется? Он очень медленный, кстати. А, я понял, его нельзя убить. Ну, его можно убить. Он хоть и медленный. Ох, прорезал, прорезал. Он очень медленный, но неприятный. Тихо. Я драться с тобой не буду сегодня. Что мы скажем ему? Правильно, не сегодня. Я могу руну забрать? Спасибо. Да, эта локация явно не для меня. Мы ее покидаем. Нам сюда рано. Так, хорошо. Разогремся и возвращаемся обратно. Так, стоп. Место благодати. Сеофра. Так, мы были на набережной. И я думаю, с набережной стоит начать и пойти максимально влево. Потому что впереди мы, ну, наверное, все изучили. Там уже ничего толком-то и нету. Так, стоп, набережная, вот, хорошо. Поэтому возвращаемся к набережной, осмотримся там, найдем еще два костра. Где-то они по-любому должны здесь быть. Ну вот, не может такого. А быть, что я... Кстати, да, два осталось, все верно. Чтобы я где-то что-то пропустил. Там. Потому что, ну, вроде как мы правильно посмотрели. Че, крабика убьем? Нет? Ну, спасибо. Я вообще-то краба убиваю. Ой, камешек. Ой, не в ту сторону. Ой, что я делаю? Тихо. Давай. Еще раз поиграем. Он в раше, он в раше, он в раше. Погоди. Ты умираешь, да? Я же самоуверенный. Нет, он не умер. Он не умер, зато я умираю. А мог бы умереть. Вот как сейчас. Испортил мне такой красивый момент. Это ж было бы просто прекрасно, если бы я так легко одолел. Без единого ранения. Хорошо, пошли. Если бы вот не олень, который убрал мою атаку, вот я думаю, здесь кто-то должен быть. Я знаю, что сейчас тут нас встретят. Это я помню. Вот он. Хорошо. Блин, далеко он, недолет. Не долетело, отлично, супер. Думал, недолет будет. И здесь легенький файер. Хорошо. Спасибо. Лут? Ну, конечно, какой с них лут? Так, вот еще один костер. Который я не зажег, я же говорил. Ну, я же говорил. Где-то здесь. И, возможно... Там будет еще один. Дальше, если есть где-то тут еще ходы, то есть. Нет, то будем идти по окраинах смотреть еще. Более внимательно. Так, на меня сразу два заагрилось, это плохо.
Тот заряжает стрелу, и я умираю, да? Ну, конечно, я умираю. Ой. Почему на меня два заверилось? С двумя сложно. Мне нужно больше ловкости, чтобы косты были еще быстрее. Медленные косты убивают. Ладно, пошли забирать души. Крабик, не сегодня, сори. У меня там души валяются. Хорошо, ладно, просто иду, делаю свое дело. Я с ними потом закончу. Хорошо. Что я вам хочу сказать? Костров здесь больше вроде как и нету. Хорошо. Но это же они от меня не отстанут. Они будут за мной и дальше бегать, да? Насколько я знаю. Со своими луками страшными. Так, где мой последний костер? Не вижу. Остался один. Тихо. Странный осьминожек нам сейчас ни к чему. Ну вот я уверен, что я где-то здесь его пропустил. Ага. Так. Или же в этой стороне. В этой стороне я тоже мало был. Отстань. О, лучники подключились. Хорошо. Священных нету пока что. А, вот священная. Священная стрела. Привет. Только я сказал, что священных нету. Прилетело. Ничего, хорошо. Сейчас по этой стороне пойдем. Фух. В реках Сиофры главное терпение. Почаще выдыхаем, и все будет хорошо. Где-то здесь остался единственный костер, который меня ждет. Ух. Кстати, здесь их много, но я костра не вижу. Да нет, там нету костра. Если костра нету, мне там делать нечего, сори. Еще бы души забрать, чтобы не потерять. Ядрен, батон, как их здесь... Да ты же с обычными стрелами, но отвали ты от меня. Ну как он может попадать? Ладно, вот эти священные, они у него там супер-пупер наводящиеся, страшные... Так, вижу. Я забрал души, и я не забрал души. Я не забрал души, скотина. Вот так вот и теряются деньги. Хотя я подошел, нажал, но из-за того, что я был на скорости. Когда конь на скорости, ты души эти хрен заберешь. Так, что за лаг? Что-то я подлагал. Нормально. Хм. Вроде как и игра нормально идет, все окей. Подлагал. Так, ну думаю, на этом лаге тогда мы и закончим. Остался один костер. С горем пополам я его как-то найду. И тогда пойдем убивать следующей части босса этого. Всем спасибо.